Завершено строительство участка автомобильной дороги Западная Европа, Западный Китай. Протяженность данного объекта 40 километров. Он по проекту очень сложный, по пересеченной местности. Вот если в истории Курдая все знают, что перевал он всегда, особенно зимой, он перекрывается за счет снегопада. И вот здесь мы создали, построили новую дорогу, которая более безопасна, более удобна для жителей. Это мероприятие для нас многое значит. Наш Курдайский район чуть-чуть разгрузился. На 20 километров, во-первых, сокращает, во-вторых, он более комфортен и нет здесь больших подъемов, спусков. Сегодня компания BI Group очередную празднует победу, очередная сдача дороги. Для нас приятно в том отношении, что заканчиваем год с такими победами.